Ну звони, Гоша, звони. Любит звонить Гоша. Ну звони, звони, Гоша. Причем у него просто чехол, телефона-то нету. Ну звони, Гоша, звони. Да, мне бы переводчика. Куда есть гости? Надо так. Да, куда они? Да, куда? Да, куда? Это Соня. Это Соня. Это Соня. Ты позвонила, Гоша, все? Да. Все? Не будешь больше разговаривать? Куда ты? В уху поду. Ну что ж ты везде наступаешь? И куда ты пошла? Сисю. Опять сисю. Господи боже мой. Да что ж такое-то? Опять сисю? Да сколько можно-то уже, а? Я маленький, мама. Да ничего ты не маленький уже. Во-первых, маленькая я. Алис. Иди колбасы поешь, я тебе сыр отрезала, колбасу. Нет, ну почему? Пожалуйста, ну отстань от меня. Давай уже заканчивать свои сиси, а, пожалуйста. Ну как нет? Ну ты же уже большая, Алис. Алис, ты уже большая. Тебе скоро в садик идти. Ну тебе скоро в садик идти. Ну что, скоро в садик идти? А в садике сиси не будет. В садике не будет сиси. Ну, пожалуйста, ну давай заканчивать уже, а? Алис, там невкусное молоко. Фу, кака. Невкусное молоко. А в другой сиси тоже невкусное молоко. Оно и там невкусное. Фу, кака, Алиса. Ну, оно невкусное, правда. Иди поешь лучше что-нибудь из нормальной еды, а? Нет! Ну, пожалуйста. Сисю, мэм! Дина, папа, Дина, не сядыки. Папа, Дина. Вот они, маму, всё. Папа, надо всё. Гоша, ну, надо... Ты ж с папой разговаривала. Папа, при чём тут Гоша-то? Папа, папа, потом. Гош! Пап, ты отмени чуть-чуть. Ну, пап. Ну, да еще не чуть-чуть. Помните чуть-чуть. Гоша, ну, ты... И папа, и Гоша все в одном.